Да прибудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем смотреть моды Jurassic Park Operation Genesis. Сегодня у нас мод под названием «Птерозавры». Значит, я тут посмотрел, всего вроде три птерозавра. Доступно пока что это «Птеранодон», «Рамфаринг», рада тебя видеть, и «Кецалькоатль». Нет проблем. Да, все, больше никто не доступен. Но это опять же бета-версия. Так, вот смотрите, он реально летает. Офигеть, они же обычно, помните, как было в предыдущих модах? А вот так вот он пропадает, смотрите, он invisible. Окей. Ну, типа, обычно вот они летают около земли, знаете. А тут вот они, он парит прям, смотрите. Это прикольно, кстати, и сама модель. Так. Куда делся птеранодон? Так, близко приближать пока еще нельзя, я понял, он пропадает. Так, я хочу на рамфаринга посмотреть. Так, вот это хотя бы не пропадает. Опять же, модель очень добротная для этой игры. Мне нравится, что он летает еще такой, да? Было бы забавно, если бы он еще мог садиться, то есть, ну, на землю. То есть не летать 24 на 7, да? А приземляться, простите, я немножко заболел. А вот и Кецалькоатль. Но вообще этот мод устанавливается поверх обычных динозавров, то есть не заменяет, по-моему, оригинальных моделей, так что у вас будут все виды животных плюс летающие. Я не знаю, на них действуют загоны вообще, то есть если ты ворота построишь, они не перелетят через них? В принципе, не должны, в этой игре так не работает. Вот. Так что они не будут перелетать, и у вас появятся летающие еще. Как тут... О, он что, к земле приблизился? Как еще тут взаимодействие вот этих... С сухопутными животными непонятно. Но я все жду, вдруг они присядут. Вдруг они решат опуститься на землю. Ну, что-то пока не очень. Во, смотрите, он сел, они садятся. Офигеть, это клево. Они могут садиться на землю, это класс. Все. Это пускай дальше дорабатывают этот мод, и я уверен, это будет что-то прикольное. Да, это круто, они садятся на землю. Да, вот смотрите, он сел. Так сразу взлетает почему-то. Ну вообще они, по сути, так не могут взять вот так. Сесть, взлететь вообще. Порывы ветра нужны, все дела. Еще бы был бы прикольный такой же мод с морскими какими-нибудь рептилиями. Чтобы они именно в воде плавали. Не по воде, а именно в воде плавали. Было бы забавно. Ну что ж, надеюсь, этот мод вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Также ссылка на мод тоже будет в описании. Надеюсь, это видео вам понравилось. Увидимся в следующем. И всем пока.